Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть во Flatout 2. Так, ну что ж, мы пока уверенно занимаем первую строчку. Основные конкуренты — это Джек Бентон и София Мартинес, что, в общем-то, неудивительно. Напоминаю, это последний этап стрит-серии. Поэтому нам здесь нужно вести себя аккуратно. Ну вот как раз таки мои основные конкуренты меня и впечатали. То есть они, видимо, меня немножечко недолюбливают за то, что я тут их побеждаю. И поэтому вот такое вот со мной творят. Так, ладно. София Мартинес и Джек Бентон. Нельзя дать им себя опередить. Жесть, как тут вообще можно проехать, я не представляю. А зачем вообще туда ехать, когда можно проехать прямо? Что-то я тут стал путлять. Ладно. На тебе, совка. У совы уже больше половины жизни нету. Если вообще понятие жизни применимо к автомобилю. Наверное, лучше говорить прочности. Больше половины прочности. Так, этот момент я помню. Тут надо ехать сюда. И сейчас мы, скорее всего, вырвемся за первое место. Потому что тут очень большая срезка. Правда, тут надо аккуратненько еще выпрыгнуть на трассу и не убиться. Нет, не на первое, а на второе. Там Джейсон Уолкер летит просто с неимоверной скоростью. Ну, Джейсон Уолкер-то как раз для нас не опасен абсолютно, потому что он-то, не знаю, сколько очков, но отрыв, в общем, довольно большой у нас от него. Так, тут выгоднее, по-моему, вот здесь ехать и не париться вообще. Ну, не совсем там, ну хоть Джейсона Уолкера догнали, залезли ему на голову, на крышу. Понятие голова тоже, наверное, к машинам не совсем применимо. Так, тут выгоднее ехать сюда, потому что потом есть возможность выехать на срезку. Так, кстати, Джейсон Уолкер что-то там то ли притормозил, то ли что. И София Мартинес. София Мартинес сейчас у нас будет отправляться в нокаут. Сейчас я ее как раз буду догонять и пытаться отправить в нокаут. Если мне, конечно, Джейсон Уолкер не помешает, который стремительно, на самом деле, наступает мне на пятки, что меня совсем не радует. Так, у нее, кажется, машинка уже дымится. Сейчас посмотрим, куда она предпочтет поехать. Она вообще тут предпочитает просто тупо ехать прямо. Ну да, это, кстати, самый оптимальный вариант. Ну и, блин, ну я ее просто... Ну сейчас она меня обойдет. Тут уже моя машинка начинает... Да что ж я творю-то, а? Нет, все, надо забить на это дело. Фиг с ним, пусть себе едет, как едет. Она сама разобьется. Джек Бентон. Джек Бентон тоже наш конкурент. Так, третий круг. Жесть. По-моему, у нас уже нету колеса. Давайте сделаем рестарт. Не хочу я ехать эту гонку. Сильно я разбил свою машинку. Надо ехать аккуратно. Хотя, конечно, куда уж тут аккуратно. Но зато я теперь знаю, как проезжать вот этот участок. Его выгоднее всего проезжать вот тут. Ну, в принципе, даже при таком развороте мы расчистили и проехали. Ну, пипец, ну вы это видели? То есть, во что мы там врезались? Я не знаю. Но этот Роад Кинг, ну он просто ужасен. Terrible. Ой. Ой, страшно. Ой, страшно на нем ехать. Ой, пипец просто. Ну его нафиг ездить. Почему-то у нас восьмая позиция. А, нет, уже пятая. Вот, все нормально. Зато мы не получили повреждений особо. И всяких тут Сайли Тейлоров.
Мы обгоним. Так, Джек Бентон, София Мартинес прямо по курсу, основные конкуренты. Сейчас посмотрим. София решила поехать по дорожке. Я довольно удачно проезжаю через вот эти вот колдобины. На тебе, Джек Бентон. Счеты. Если он сейчас не про... Я хотел сказать, если он сейчас не прожмет ресет, но он не прожал. И в общем, Джек Бентон, скорее всего, будет вылетит из этой гонки, я так подозреваю. Потому что он носится на больших скоростях. Конечно, мы потеряли, вы скажете, потеряли очень много позиций. Вот Рэю Картеру досталось тоже от нас. Ну, Джек Бентон, чувак, ты на таких скоростях ты себя угробишь. Слушайте, как у него машина петляет, и он ее удерживает на дороге. Молодец, респект. Так, тем временем третий круг. Третий это почти как четвертый, только третий. Так, вот тут вот надо аккуратнее не впилиться в столб. Ой, out of track вообще. Блин, я не туда поехал. Что-то я затупил. Ну, бывает. Просто я глянул, что кто-то поехал налево. И... Блин, поставили бы там отбойник тогда уже или как? Ну, я не знаю. Но это же вообще не дело, что можно... Развертуться. Вот этого я вот боялся больше всего. Что в меня кто-то впилится. И у меня сразу дымится машина. И четвертый круг. Четвертый круг это крайне плохо. Тут тогда нужно тормозить. Ну, у Джека Бентона просто жизни очень мало. У нас уже тоже немного. Мы едем третьими. Вторыми, да? А кто же на первом месте? На первом месте, вот он, Джек Бентон, собственно говоря, приехал. На первом месте, скорее всего, как раз-таки София Мартинес. Чувак, что ж так болтает-то этого Роад Кинга, блин. Вообще пипец. Насколько он неустойчивый. Это он еще со всеми колесами. А когда он без колеса, то это вообще жесть. Так, но эту трассу я не хочу проезжать на первое место. Она уж очень для меня сложная. На какое-нибудь уже ее проехать. Ну, третья тоже неплохо. Тем более, что на втором месте у нас точно Сейли. Ну да, София. София, конечно, тут на 4 очка сократила преимущество мое. Ничего страшного. Так, давайте смотреть. 23 очка у нас. 3 очка у нас. Отрыв от Софии. Надо теперь ее не пропускать вперед. Вообще, конечно, в идеале ее убить сейчас в этой гонке. Просто. Да, наверное, я так и буду поступать. София, извини, но сейчас ты будешь попадать жестко. Ну, или не жестко. Хотя, вообще проще, конечно, всего просто тупо победить. Рэй Картер, ты придурок, ты об этом знаешь? Ну, рестарт я, конечно, из-за такой ерунды делать не буду. Он еще за это ответит, я вам это обещаю. Ну, может, конечно, он не будет уничтожен там в рикет и так далее, но... Но-но-но-но-но. Но первое место он точно не займет. Так, Джек Бентон меня сейчас мало интересует. Меня сейчас... Блин. Меня сейчас интересует София Мартинес, которая, кстати, сейчас не на первом месте. Она вот сейчас как раз... Едет за нами. Но я не знаю, вот тут уже можно подумать о рестарте, потому что, ну... Ну, да. Давайте. Очень сильно мы уже на первом круге расфигачили свою машину, и это прискорбно. Опять мы разворачиваем там Софу. Давай, Джейсон Уолкер, лети вперед. Там, удачи тебе. Я помедленнее поеду вот тут, чтобы заехать.
Вот, без всякой ерунды. Вот мы уже вторые. Да, тут надо ехать не быстро, а помедленнее. Вот на этой трассе работает. Тише едешь, дальше будешь. Реально, эта пословица, она здесь применима. Рейк Артур тоже, кстати, никуда не торопится. Сейли Тейлор на первом. Вот даже вот видите, какая медленная скорость, а все равно. Все равно нашу машинку. Да ну блин, ну я же вроде бы проходил. Ну как так-то? Ладно, там едет Рейк Артур, кажется, на первом месте. Джейсон Уолкер тоже меня мало интересует. Блин, ну вот если бы он херней только не страдал вот такой вот. И сам, главное, впилился, и меня впилил. Ничего страшного. Вот этот момент после финиша, он на самом деле самый жесткий во всей гонке. И София Мартинес нас все-таки обогнала. Надеюсь, ненадолго. И она там так несется, снося все на своем пути. Но у нее-то и тачка бульдозерная. Саки она-то пересела. Это она в прошлых этапах ездила на Аке, а сейчас она уже покруче. Сейчас она себе бульдозер откопала где-то, купила на призовые деньги и ездит на бульдозере. Здорово, здорово. Ничего не скажешь. О, тут уже прочистили нам площадочку. Замечательно. Так, ну что ж, последний круг. Последний круг. София Мартинес пока занимает первую строчку. Я занимаю вторую строчку. Этот эпично тяжелый момент трассы мы неплохо прошли. Но, кстати, София его тоже неплохо прошла. Едет она здесь по самому оптимальному маршруту. Как и мы. Ее тут не болтает, ну точнее слегка, как нас. Но у Софийки Мартинес, кажется, колесика одного не хватает. Да, одного колесика у нее все-таки уже не хватает. И это дает нам шанс даже победить в этой гонке. Потому что ей будет очень тяжело нас догнать без колеса. Даже Джек Бентон может ее опередить, что будет нам тоже на руку. Да, вот он уже финиш, мы побеждаем. Все замечательно и все здорово. Новый рекорд круга тоже поставили попутно. Нет, все-таки София Мартинес вторая. Ну, ничего страшного. Так, уже 50 тысяч мы набрали. И получается отрыв у нас 5 очков. 5 очков это хорошо. И, по-моему, 15 очков от Рэя Картера или даже 17. Ладно, давайте еще одну гоночку проедем. 5 очков. Ну что ж, нам теперь тоже нужно как-то выбивать Софию Мартинес. Главное, она наш конкурент. 5 очков это не так все-таки много. Хотя, можно просто тут занимать строчку выше нее, и уже этого будет достаточно. В принципе, можно и так. Да, не нужно ее уже выбивать, зачем? Вот это вот просто жестко я на самом деле впилился, но Софийке тоже там досталось. Ничего не скажешь. Ну хотя я, конечно, бочиной, мне кажется, посильнее был удар. Ладно, здесь три круга. Первый круг мы все расчищаем, а там дальше будет видно. Дальше будет видно. Так, ну Софу, я смотрю, там крутит, и это на самом деле очень даже неплохо. Вот эти вот машины кто-то припарковал, непонятно. Зачем и для чего. Так, тем временем на первом месте у нас, по-моему, Джек Бентон и Джейсон Уолкер. Не знаю, кто из них там конкретно, на каком. Но главное, что не София Мартинес. Это самое сейчас главное. Чё-то я тут затупил и не вписался вообще в элементарный поворот. Ладно, ничего страшного.
Рэй Картер нас тут пытается атаковать, но, естественно, ничего у него не выходит. А вот за ним-то как раз едет Софочка Мартинес, и вот у нее может получиться. И смотрите, я вроде бы хорошо залетел в поворот, но она тоже не хуже залетела в этот же поворот. Да, Джейсон Уолкер и Джек Бентон едут на первых двух строчках. В данный момент Джек Бентон, по-моему, занимал первую строчку. Но это не важно, они едут очень плотно. Мы сейчас, конечно, проиграли свое преимущество, ничего страшного. Сейчас мы его обратно... А, нет, не наверстаем. Ну или наверстаем. В общем, Джейсон Уолкер там ушел в отрыв такой небольшой. Я сейчас второй. Но это всего-навсего второй круг. Еще будет третий. Да господи, ну я же вроде бы объехал его. Мне порой кажется, что во флотауте габариты машины немножко больше того, как мы видим машину. Вот реально, вы такого не замечали? Потому что бывает, вроде бы объезжаешь дерево, а ты бах и зацепился за него. Так еще мало того, что ты зацепился, ну, Джек Бентон, ну иди. Ты еще и так ударяешься, и стопоришься, и, короче, ну, полный набор ощущений, как говорится. Так. Ну что ж, второе место, вторая строчка у нас. На первом месте Джейсон Уолкер. Ну, сейчас ненадолго Рэй Картер вырвался. Фрэнк Мальков разбивается. Так, и тут уже можно прожимать нитро. Круг последний. Скоро, как говорится, финишная. Вот она, кстати, по-моему, тут начинается. Кстати, тут же можно и победить еще нам. Да. Вот мы заняли первую строчку. Вот она, финишная. И мы побеждаем. Замечательно. Замечательно, великолепно. Так. Итого. Что у нас перед последней гонкой? Давайте посмотрим. Перед последней гонкой у меня 11 очков преимущества от Софии Мартинес. А это значит что? Слушайте, и 22 очка от Джека Бентона. Это значит то, что я сейчас просто эту последнюю гонку могу не ехать. Я все равно побеждаю в этом этапе. Так что сейчас я ее так проеду уже. Чисто для галочки. Не, ну конечно попробую победить. Но если там у меня отвалится колесо. В общем, ресет у меня здесь, рестарт будет только в одном случае. Если я разобьюсь, тогда я буду делать рестарт. А так я постараюсь. Бам! Крэш-аут, замечательно. А так я постараюсь ехать, выносить всех на своем пути. Хотя нет, что-то то, что машина у меня на первом круге задымилась. Кэти Джексон, I'm sorry. I'm so sorry. Слушайте, у нас уже колеса, что ли, нету? Или пробитое? Да, у нас, по-моему, пробитое колесо. Вот это вот переднее правое. На заднем правом восьмерка. Не, так я не доеду. Ой, мы уже горим. Странно, почему мы еще... Смотрите, мы даже один круг не проехали, а уже кандидаты на врикет. Но я еду. Нет, я... You are врикет. Слушайте, а на самом деле, вот даже если мы продолжим этап, нам же хоть одно очко дадут. Мы, по идее, даже при таком раскладе должны побеждать. Да, 45 против 43, все нормально. Да, вот даже с Рикидом вы победили. Отлично. 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 Так. Ну что ж, congratulations. Вы открыли новый ивент. Bullet GT нам unlock. 20 тысяч еще дали. Так, ну что ж. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.